Все, спасибо, до свидания. Здравствуйте. Раньше катались? Нет, я хочу на клубные права сразу сдать. Я с Тольятти, хочу завтра на соревнования попасть. СВС-овский. Давайте сразу тогда все расскажу. Значит, две педали у нас в машине, справа мы газ. Мы оставим здесь, да? Да-да-да. Справа газ, слева тормоз, две педали одновременно мы не нажимаем. Требуется какая-то помощь на трассе, то есть вы застряли, заглохли, съехали куда-то с трассы. Если вы уже дальше сами движение продолжить не можете, то поднимаете руки, к вам подойдут, помогут. То есть сами мы с карты не встаем, делать с ними ничего не пытаемся. Направление движения по часовой стрелке, то есть мы выезжаем отсюда из питлейна, едем дальше прямо-прямо-прямо, заезжаем за вот это большое табло, за столб, и дальше уже по трассе поехали. То есть отсюда получается на дальний правый поворот надо выехать. Развилок там на трассе никаких не будет, то есть куда там в сторону метро уехать отсюда не сможет. 10 минут мы ездим, через 10 минут дефлаги выйдем с красным флагом, отмашку дадим, увидели, и обратно уже аккуратненько в питлейн заезжаем, из машинок не встаем, ждем пока. Спасибо. Если тесно будет со вставкой, можно будет ее... От нее клея на одежде не останется? Нет, они уже столько лет, сколько мне. То есть... Ну ладно. Удобно, не тесно? Я обычно продвигаю на максимум, а педали на, назад. Ну да, оптимально. Педали поближе, да? Не, по-моему, оптимально. Да, ну только если поближе, дальше уже нельзя. Угу. Готовы? Да. Нажимайте газ.
Хорошо. 49,8. Сколько у меня таких кругов? Много? Ну, это почти все из 51-го ты выехала. И последний круг получается. 49,8. Это нормально? Ну, для проката это нормально. А марафонцы сколько едут время? Готовы? Ну, они едут на СР-ках, на синих. Они пошустрее где-то там на полсекунды. Mm-hmm. Там просто резина дура. Не, вообще рекорд какой тут? Рекорд 47. На тех, да? На тех, только резина другая была. Ага. Там Йока стояла, она держит хорошо. Угу. Ну еще есть где прибавить даже чувство. Меньше наката.